своих учеников, что говорят люди, кто я такой, сын человеческий. И сказали они, некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты Илия, третий же, что ты Иеремия, один из пророков. И он сказал им, а что вы говорите, кто я такой? Вот такая небольшая история. Иисус оборачивается к своим ученикам и спрашивает, что говорят люди обо мне, кто я? И вы знаете, они не стали говорить, что ты добрый такой, ты такой замечательный, классный, тебя приятно слышать всегда, потому что ты поддерживающий. Они сказали, ну, говорят, что ты Иоанн Креститель, что ты Исаия, что ты Иеремия. Вы знаете, если Ветхий Завет посмотреть, это были такие радикальные мужи Бога. То есть вот люди, с кем ассоциировали Христа. Он говорит, а что вы думаете обо мне, кто я такой? Вы знаете, сегодня мы собрались для того, чтобы изучать Его Слово. Потому что ну, для нас это действительно актуально, кто для нас Христос. Для кого-то это собирательный образ вообще. Для кого-то это просто замечательная, добрая, историческая личность. Но для большинства из нас это Господь. Это тот, кому мы решили посвятить своей жизни. И так как нас объединяет наш Господь Иисус Христос, я предлагаю, давайте обнимем сейчас, как семья Бога, соседа справа и слева.